Российская серебряная монета столетия образования Республики Мариэл. Марийцы – финно-угорский народ, еще их называют последние язычники Европы. До прихода власти большевиков марийцы никогда не имели собственной государственности. Заселялись они в районе Средней Волги и именовались черемисами. Население в разные времена входило в территорию Хазарского Каганата, Волжской Булгарии и Золотой Орды. Марийцы взаимодействовали с Казанским ханством, но не входили в его состав. После покорение Казани русским государством марийцы вошли в контакт с русским населением, а некоторые даже приняли христианство. После Октябрьской революции 1920 года образована Марийская автономная область с центром в Краснокакшайске, но город быстро переименовали и назвали Йошкар-Ола, что в переводе с марийского означает «красный город», а в 1992 году регион стал называться Республика Мариэл.